Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер Студія», з вами вперше Ігор Ісенко. І сьогодні ми поговоримо про ковідні обмеження для невакцинованих працівників. Відповідь на питання, що стосується змін у постанові Кабінету міністрів, надасть депутат Одеської районної ради та юрист Лада Рибалко. Вітаю вас, Лада. Що ж, Ладо, нещодавно Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови головного санітарного лікаря України, і тепер з 8 листопада працедавці можуть на абсолютно законній підставі відсторонювати від роботи невакцинованих працівників. Що ж, питання таке, що передбачають дані зміни та кого у першу чергу будуть відстороняти від роботи без вакцинації? Да, действительно, с 8 ноября у нас заработала и вступила в силу норма, по которой работодатель может отстранить определенную категорию работников, я подчеркну определенную, на основании того, что человек не прививается, отказывается от вакцинации. Действительно, решение такое было принято не так давно, оно довольно спорное, но по нему действительно уже начали работать, то есть у нас на дворе уже там не 8 число, уже несколько дней прошло, и в принципе уже есть известные случаи, когда работников отстраняют. Как это будет работать, следует рассматривать с нескольких сторон. То есть мы понимаем, что в целях защиты населения можно прибегать к каким-то ограничениям, да, прав и свобод граждан. Но такие ограничения должны строго предусматриваться, регламентироваться, и должен какой-то быть механизм, чтобы минимизировать риски, да, этих ограничений. Таким ограничением является недопуск к работе, фактическое отстранение. И для того, чтобы это работало правильно и прозрачно, скажем так, для этого нужен урегулированный механизм. А такого механизма особо нет, то есть в постановлении довольно скудно об этом сказано. Это только если мы ссылаемся на какие-то разъяснения Минюста, Минэкономики, того же Министерства здравоохранения, можно примерно представить, как это будет происходить. То есть они только советуют, рекомендуют, да, какие-то правила. В отношении этих правил, вот если говорить со стороны, скажем так, работодателя, как правильно эту процедуру, ну, скажем так, провести по закону, то как минимум для начала работодатель, а это у нас руководитель организации, предприятия, учреждения, госоргана, должен, и он ответственен за это, провести профилактическую беседу, провести разъяснительную работу в своем штате, в своем коллективе трудовом, с тем, чтобы разъяснить правовые последствия того, что люди не прививаются. То есть не просто, что вакцинироваться – это хорошо, а что если не вакцинироваться, и вы из той категории сотрудников, которые подпадают, а это, я напомню, у нас работники местных госадминистраций, их подразделений, работники местных органов исполнительной власти, их подразделений и работники учебных заведений. Вот если вы входите в этот перечень, вы обязаны вакцинироваться. Эта работа проводится руководителем, и при возможности руководителям само министерство советует, ну, как можно, скажем так, помочь организовать этот процесс. То есть, возможно, какой-то коллективный поход в пункт вакцинации, если большая часть коллектива не вакцинирована. Либо вызов мобильной бригады вакцинировать на работе, чтобы, скажем так, минимизировать какие-то трудности, да, для своего же штата сотрудников. Это раз. Если действительно есть случаи, когда ваш сотрудник не вакцинирован и не хочет, следует уточнить, естественно, причину, потому что исключения действительно есть. Многие люди сейчас не вакцинируются по причине каких-то медицинских показателей, которые имеют какие-то там сердечно-сосудистые заболевания, к примеру, и вакцина, возможно, побочные эффекты для них будут небезопасны. Тогда такой сотрудник должен предъявить какое-то медицинское заключение официальное о том, что у него есть противопоказания. И работодатель снимает копию и прилагает, скажем так, копию документации, составляет акт о том, что этот сотрудник не вакцинирован. Почему? Потому что. Если же такого заключения нет, и сотрудник просто не желает прививаться и уклоняется от вакцинации, работодатель должен это задокументировать. То есть это не может быть просто отстранение по желанию чьему-то. Это акт об уклонении от вакцинации, и впоследствии это приказ либо распоряжение об отстранении. Что важно, на что обратить внимание, что это именно временное отстранение от работы, это ни в коем случае не увольнение, это не дисциплинарное взыскание, это никакое не занесение в личное дело и так далее. Это отстранение на то время, пока вы не привиты. Как только вы прививаетесь, у вас отпадают причины этого отстранения, и вы тут же моментально должны быть восстановлены на работе. То есть свое рабочее место ни в коем случае работник не теряет. Работодатель принимает такое решение, доводит обязательно его до трудового коллектива, до самого работника,
И, как говорят нам разъяснения министерств профильных, он не обязан платить за это время заработную плату этому сотруднику. Об этом в постановлении особо речь не идет, но из разъяснений мы понимаем, что действительно в это время вы не можете, грубо говоря, зарабатывать. Вы должны за это время, грубо говоря, пройти повакцинироваться, да, и вернуться на работу. С этого момента у вас опять же идет начисление заработной платы. Это со стороны работодателя. Довольно, в общем, несложная процедура, довольно все должно быть прозрачно. Но с другой стороны, у нас есть наемный работник, тот, который и страдает от этого. Мы с вами позже поговорим о том, насколько это законно, незаконно. Но на что ему надо обратить внимание, это как раз-таки на сам приказ, распоряжение, чтобы в нем четко писало основание. Это отстранение от работы на определенный срок. Обязательно обратить внимание на то, что, к примеру, если вы уходите, скажем так, вот на это отстранение, да, уходите, допустим, вы дома и заболеваете каким-то образом, то вам больничный лист выписан не будет. И пособие по больничному выплачиваться не будет, если эти дни совпадают с днями отстранения. Такой риск как бы есть, поэтому если вы отстранены, то в ваших же интересах сходить провакцинироваться, чтобы быстрее вернуться на работу. Такой момент. В принципе, рисков особых быть не должно. Ни в коем случае это не может служить основанием для увольнения, потому что КЗПП никто не отменял, там исчерпывающий перечень оснований. И это лишь отстранение временное от исполнения трудовых обязанностей. Вот как-то так. А как надолго цей термин может растягиваться? Ну, смотрите, у нас закон никак не предусматривает, к примеру, сколько должно пройти времени между первой и второй прививкой, да? Скажем так, у нас есть очереди в пунктах вакцинации. Мы никак не можем предугадать, когда человек, к примеру, даже попадет на эту вакцинацию. Мы с вами недавно наблюдали, да, несколько выходных подряд, когда часами люди простаивают. Если это не электронная черга, а живая, то вы можете, в принципе, и не успеть, скажем так, да. Это один момент. Второй момент. Человек может отказываться от вакцинации не как от таковой, а как от вакцины определенного там происхождения. Допустим, доверять какой-то определенный, которая закончилась в пункте вакцинации, ждать другой, но считается, что он уклоняется. Вот. Поэтому как долго это растянется, непонятно. Что понятно из этого постановления, то, что есть такая норма, она начала работать. Как только человек отстранен, сколько это отстранение продлится, зависит лишь от него, когда отпадут вот эти ограничения. К тому же, да, сказала бы, что если человек привит всего одной дозой, это не основание для отстранения. Считается, что полный курс вакцинации и одна прививка – это основание для допуска к работе. То есть у нас три исключения. Да? Человек с медпротивопоказаниями, человек полностью вакцинирован и с одной дозой. Вот они автоматически допускаются к работе, к ним никаких претензий быть не может. Решение довольно спорное, я бы сказала, потому что, скажем так, у нас в стране вакцинация все еще добровольная, с одной стороны, это право, а не обязанность. И многие сейчас пытаются ссылаться на решение ЕСПЧ о том, что вот, это обязательная мера. Но решения ЕСПЧ, они построены немножко на других нормах. Там всегда приводятся в пример плановые вакцинации населения апробированными вакцинами, которые прошли там базовые исследования 2-4 года, доклинические испытания до 3 лет, клинические испытания. И вот эти вакцины, они имеют право иметь место в принудительной вакцинации. У нас этого нет до сих пор. И, по сути, этим решением Кабмин лишает возможности работать людей, которые по каким-то соображениям не хотят вакцинироваться тем или иным препаратом. Как бы, с одной стороны, мы говорим действительно о коллективном иммунитете, который тоже нужен. И Кабмин на что ссылается? Есть у нас закон Украины о защите населения от инфекционных болезней. Там есть такая статья, что те работники, которые работают в местах повышенного риска заражения, они обязательно вакцинируются. Этот закон писался задолго до ковида. Вот. И отказ от вакцинации — это отстранение. Только сейчас мы решили начать использовать эту норму, наверное, потому что действительно во многих областях красная зона и так далее. Но эта норма тоже не говорит об обязательной вакцинации. Все еще не говорит. То есть насколько это правомерно? Ну, наверное, да, нет другого выбора. Но, с другой стороны, действительно, человек лишается на это время заработной платы, лишается дохода, возможно, единственного источника существования. И насколько это в наших реалиях, когда и так тяжело, уместно? Ну, довольно тяжело, да.
Наскільки я розумію, коли відсторонюють одного з працівників, роботодавець втрачає, називаємо так, робочу силу. Да. Чи має він на цей період відсторонення одного працівника наймати іншого, тимчасово наймати, аби не втрачати того робочого прогресу, того робочого потенціалу? Тобто на місце невакцинованого тимчасово наймати вакцинованого працівника? Ну, смотрите, когда человек отстраняется, за ним все еще сохраняется рабочее место. У работодателя, у любого руководителя есть штатное расписание, есть количество, ну, назовем их рабочих единиц, да, сотрудников в каждом каком-то управлении, департаменте, отделе и так далее. А менять это штатное расписание – это менять смету по зарплатному фонду. Это, ну, очень много разных изменений, да, это изменения кадровые. И этого никто, естественно, делать не будет и не должен, и потому что рабочее место оставляется, сохраняется за работником. То есть он должен быть как бы уверен в том, что его место застраховано, что он не теряет работу, он лишь отстраняется. Потому что в ином случае это тогда надо добавлять в КЗПП еще одно основание для догани и звільнення, да, дисциплинарное взыскание и увольнение. Потому что тогда есть основания, да, чтобы человек потерял работу. В данном случае никаких временных сотрудников не предусматривается. То есть, да, для работодателя это довольно тяжело. Мы понимаем, что есть трудовые коллективы, где там 20-30%, а то и 50% невакцинированных. И отстранить всех, ну, опять же, если в трудовом договоре, в коллективном договоре, какое-то предприятие, учреждение и так далее, есть оговорки о том, что там руководитель может предоставить там дистанционно работать возможность, либо еще какие-то, да, скажем так, уклониться от этого, то да, возможно. То есть если работник работает на дому, хорошо, за ним сохранится заработная плата, и работодатель не потеряет вот эту рабочую силу. Но в ином случае это действительно потери, потому что, ну, работа останавливается. И даже мы задавали, скажем так, путем депутатских обращений вопросы Министерству здравоохранения, каким образом поступать, если половина, 50% плюс один, да, коллектива придется отстранить по вашему постановлению. Это является основанием для приостановки работы, либо нет? То есть это тогда карантин всех нужно распускать? Это непонятно. Я же говорю, механизм недостаточно прописан. То есть сейчас начинают отстранять первых, а когда дойдет уже до того, что работа останавливается фактически, это будет проблема. И в первую очередь не для того же сотрудника, а для руководителя, у которого будет, ну, простой работы. Поэтому это, мне кажется, еще надо ожидать дополнительных разъяснений, когда эти нормы допропишут. Вже зачепили тему стосовно нових змін також у відповідальності за підробку сертифікатів про вакцинацію. Які зміни? Яка тепер кримінальна відповідальність за підробку документів? Ну, це все ще не змінення, все ще не прийнято окончательно. У нас уже давно, скажем так, ходят слухи о том, что надо ужесточить, надо, в принципе, ввести какую-то новую уголовную ответственность, возможно, да, за подделку, потому что участились случаи, когда подделываются и ПЦРы, и те же ковид-сертификаты путем и фотошопа, и вносят какие-то сведения не совсем достоверные, и медицинские работники, такие случаи есть. И, конечно, назрела необходимость, возможно, нам нужен новый акт. В первом чтении был принят уже законопроект, то есть это не окончательно, вот буквально сегодня 9 число истекает срок, когда можно в него подать правки. Оно было принято с тем, чтобы ввести еще одну статью об уголовной ответственности, соответственно, уголовный кодекс, да, о том, чтобы ввести штрафы, ограничения и лишения свободы для действительно вот оборот таких документов. Это у нас довольно, ну, такие внушительные, я бы сказала, штрафы за использование такого поддельного документа, именно ПЦР и ковид-сертификаты, это четко какие это документы, то это у нас 17 тысяч, 34 тысячи до 34, от 34 до 68 тысяч, это за внесение медработникам, опять же, неправдивых сведений в меддокументацию, и их же можно обязать, скажем так, ограничить их деятельность до 3 лет, это и лишение свободы до 2 лет, и уже за продажу и сбыт, за производство таких документов у нас большой штраф и лишение свободы до 3 лет. То есть довольно строгие мероприятия. Но это все красиво и хорошо звучит, если не углубляться в то, что у нас в Уголовном кодексе уже есть статья о подделке документов.
Не документов только, там и штампы, и бланки, и печати, и так далее. Статья 358, она у нас предполагает, что за подделку, опять же, будут штрафы, там ограничения, лишения свободы. А за служебную подделку еще выше наказание, так как это отягощающее обстоятельство. И эта статья не является мертвой, она используется. У нас, к примеру, по статистике на вот где-то 5-8 число этого месяца около 500 уголовных производств уже было зарегистрировано по факту подделки именно вот этих документов, да, ковид-сертификата и ПЦР. То есть применяется именно вот эта 358-я. И мы понимаем с вами, если будет несколько норм, да, скажем так, общая и более конкретизированная, это в любом случае порождает конкуренцию норм. И тогда непонятно, какую норму применять. Потому что та, которая у нас уже есть, она в себя включает любого вида документ официальный, и ковид-сертификат, в том числе и ПЦР. То есть, мне кажется, это больше такой, скажем, для публичной плоскости, такой медийный ход, что вот, мы ужесточаем и так далее. Но эта ответственность была и так. Как теперь и какую статью из этих использовать, да, какую инкриминировать, это будет вопрос. Скорее всего, что это примут, еще больше нагромоздят норм в наш уголовный кодекс, еще больше уже сделают эти статьи. Но вот опять же, это вызовет недопонимание в правоохранительных органах, именно в полиции, как квалифицировать то или иное деяние, потому что такая статья уже есть. Вот. Но в качестве, скажем так, устрашения, то, наверное, да. Потому что многие сейчас используют поддельные, не только чтобы, допустим, ходить на работу беспрепятственно, чтобы попасть в торговый центр, в заведение общепита и так далее. QR-коды нигде не проверяют, нет аппаратов для их считывания. И это настолько легко сейчас стало, что люди начали массово, скажем так, скачивать друг у друга эти сертификаты, менять на них фото, и это безнаказанно. Конечно, наказывать нужно. Вот. Но, возможно, не таким путем. Возможно, расширять ту статью, которая уже есть, а не вводить новую. Дякую вам, Ладо, за цю розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про ковідні обмеження серед працюючих людей без вакцинації. Відповіді на ці питання надавала депутат Одеської районної ради та юрист Лада Рибалко. З вами працював Ігор Ісенко. До нових ефірів.